Итак, друзья, новая крутая функция в Windows 11 22H2, которая вышла в России, соответственно, которой вы, возможно, не пользуетесь, но которая феноменально удобна. Мы привыкли в браузере. Сверху нажимаем на кнопочку и открываем вкладочку, новую вкладочку, какую-нибудь еще и еще какую-нибудь вкладочку. И легко потом перемещаться в одном, по сути, окне между вкладками. Вот то же самое реализовано в проводнике теперь Windows 11. Соответственно, открываем проводник какой-нибудь, да, соответственно, ну и сверху вот такой же вид, сверху есть плюсик, нажимаем на него и можем выбирать какую-нибудь папочку, которую мы хотим, ну, допустим, вот эту, либо следующую переходим, да, ну, пускай будет вот эта папочка, ну и так далее, тому подобное. К сожалению, у меня диск, жесткий диск переполнен, и SSD-диски тоже переполнены, поэтому работает не очень быстро, но вот так вот. Соответственно, вот так все работает, и смотрите, насколько удобнее теперь в одном окне перемещаться между папками. Мне кажется, что это феноменально круто, феноменально просто, феноменально быстро и феноменально круто, друзья. Вот, так что в Windows 11.22H2 изменили и, соответственно, не только проводник, но и диспетчер задач. Он стал менее читабельным, был в прошлый лучше. Ну, может быть, это время, надо просто к нему привыкнуть. Также добавлено энергосбережение и другое. Но мне кажется, самая крутая фича, новая функция, классная, это именно проводник в стиле браузера с вкладками для папок. Так что, друзья, вот так вот. Надеюсь, вам было это интересно. Пользуйтесь обязательно. Я лично сам не пользовался, пока это не заметил, и теперь пользуюсь. Все ссылки в описании. Всем пока, до свидания.